Avoid internet. Кидаясь на плечи бровет, по красной сету белый всех. У них в башке один пристрел, я покажу тоннели сеты. Мне найди меня, искусство я пропал. Всем здорово, ребят, и сейчас я нахожусь на нашем любимом Green сервере, на сервере, с которого я начинал, и с которого, в принципе, начался мой основной ютуберский путь. И сегодня серия получилась реально очень-очень крутой, и я советую всем вам смотреть ее до конца. Я над ней очень постарался, и вас ждет такой сюрприз, вы просто охренеете. Сразу предупреждаю, в каком-то моменте, не буду говорить, в каком будут маты, поэтому если вы сейчас сидите с родителями, то либо просто выключайте ролик, либо, типа, на надевать наушники, либо делать потише, чтобы меня не было слышно, потому что матов там будет немало. Но в основном матов никаких нет, потому что я уважаю свою аудиторию и понимаю, что не каждому нравится слушать, как сапожник третьего разряда ругается на протяжении всего ролика. В общем, вы меня поняли. Ну а также не забывать то, что мой основной сервер White, и я на нем играю постоянно. Постоянно снимаю свои тиктоки там, в общем-то. Ссылка на скачивание в описании, ну а ты не забудь зарегистрироваться на мой ник Джон Дэриан, ну а также активировать мой промокод на R, тем самым ты получишь огромные бонусы. Ну а также, пожалуйста, подпишись на мой ТикТок по ссылке в описании. Также не забывай про подписку и колокольчик, потому что это очень важно для того, чтобы мои ролики продвигались дальше, и я вас больше радовал контенту. Слишком много чего сказал, слишком много чего попросил, но поверьте мне, то, что я попросил, это в принципе того стоит, потому что в этом ролике произошло нечто, с чего я просто охренел от жизни. В общем-то, не буду вас всех задерживать, спасибо за внимание и приятного вам просмотра. Вы, ребят, понимали, написал я, где мой блокпасс, давайте даже проверим сейчас my reports, запишем мои обращения к администрации. Ну и вот, рассмотрено. Можем посмотреть. Где мой ВП Делюкс? Почему пишет недоступно? Нет информации. Приятной игры. Не, ну ответ просто лучший. Меня он не особо сильно не удивил. Поэтому я с Грина еще давно ушел, потому что здесь для меня, я считаю, что некомпетентная администрация. Еще меня просто так, помню, сажали еще позапрошлым летом. Но это не важно, это уже долго и очень давно было. Администрация успела 100 раз смениться, но все же, походу, ничего не поменялось. Поэтому, ребят, Вайт куда лучше. Извиняюсь, конечно, любители Грина, но тут как бы, ну, мне не особо помогли. Я до сих пор не понял, где мой Black Pass Deluxe. Вообще не знаю, где он. Но у нас есть как бы здесь задание. Вот такие вот, я хочу их сегодня повыполнять и получить как можно больше всего с Black Pass Deluxe, либо просто покажу я вам все, что можно с него получить. В общем-то, ребят, либо я тупой, либо какой-то баг на сервере, но я просто не могу купить Black Pass Deluxe и показать то, что мы с него можем получить и какие преимущества. Но я знаю только то, что там дают какую-то VIP-ку крутую на 30 дней, по-моему, платиновую. Но, как бы, ребят, не отчаивайтесь, мы, думаете, просто так собрались? Нет, конечно. Потому что мы сейчас пооткрываем с вами рулеточку, все, что с него выпадет, мы, естественно, между вами разыграем. Я ставлю примерно 1005, наверное, себе на счету здесь. Может, чуть побольше, чисто для того, чтобы для вас устроить раздачу всяких предметов на Грине. Да и, в принципе, на других серверах я тоже могу это устроить. И считайте, как это ролик-конкурс, так, мини-подарочек Новый год. Volvo XC90, кстати, неплохо. Первая адекватная вещь, которую она может выпить. Может, просто ламбо выпасть. Я такую розыгрыш вам забабахую. Это очень будет классно, на самом деле. Но чувствую, я ни хренашеньки мне не выпьет, потому что я кто? Ну, тут и так все понятно, какое-то говно, как обычно, падает. Ну, хотя бы бэху, у меня бэху уже отсюда падало. Ну, пожалуйста, Black Rush, рулеточка, пожалуйста, давай, 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 давай. Ну, давай, да ну не здесь, ну не надо. Ну... Спасибо. Так, это, как я понимаю, предпоследний, а следующий у нас уже будет последний. Вон там Aventador S, давай, давай, давай. Вот хорошая машина, я считаю. Может нам выпасть. Porsche Panamera прилетает, ну и давайте Acura. Ну, как обычно, ничего нового. Ой, как меня это раздражает, эта рулетка, конечно, ребят, потому что с ней вообще ни хрена не падает, но один раз у меня, правда, упало, но я не помню, что. А, Кадиллак, по-моему. Ну, ну, вот. Что я требовал заказать? Так, еще покупаем, ну так, сделаем 5 кейсов, еще открываем с вами. На самом деле, жирное открытие, куда я просираю деньги, не понимаю, но что у меня теперь до хрена машины, и теперь каждому из вас, ребят, по машине, я думаю, точно достанется. В общем, кто захочет, напишите в комментариях, обязательно всем раздам, потому что они мне, как вы понимаете, не нужны. А чем-то Skyline выпал, нахрен мне ваш Nissan Skyline. Тача, конечно, классная, но не за 1000, мать его, гребаных рублей. Ну что это такое? Давай, ну остановись на чем-то. Я сейчас скажу, говно упадет, не говно. Давай, тормози, говно. Вон, я даже вижу мой приз. Бум, хороший приз. Прям вот за 1000 рублей, прям оно. Я не знаю, наверное, 1030 уже открывал этих рулеток здесь, на Black Rush, к тому же на Грине, на своем основном сервере. Но мне, как я понимаю, ничего не хочет падать. Интересно, здесь кому-нибудь ламба вообще хоть раз в жизни-то падала? Кадиллак? Ну, хотя бы на Volvo, ну вы что?
Ну, твою налево. Ну, почему мне так не везет? Я даже не знаю, на что мне потратить остальной донат. Хотя нет, знаю, мы машину купим какую-нибудь эксклюзивную. А нет, мне не хватит. Значит, еще рулетку откроем. Nissan. О! Ну, хорошо. Ford Mustang, конечно, дерьмо за такие деньги, потому что может быть абсолютно другое и абсолютно получше. Но это хотя бы не Volkswagen Polo. Это даже звучит по-убогу. Вот смотрите, какие красивые. McLaren. Не, ну McLaren я могу даже не надеяться, потому что там... Ну, конечно. Конечно. Дальше слева Ford. Ford Mustang, точнее, здесь BHM4, F84. А дальше F90 и Cadillac. Ну, а мне что тут может выпасть? Ну, ничего. Кстати, у нас 3000 есть, поэтому мы на них сейчас с вами что-нибудь донат, ребят, накупим и сейчас вам раздадим. Но сейчас я, кстати, еще рулетку покажу, что с нее может, в принципе, выпасть, потому что, ну, я думаю, для этого большинство заходило сюда. Да ну. Ебать. Пиздец. О, я сколько ныл сидел сейчас. Пиздец. Охренеть. Давайте еще... Ёбаный в рот. Бля, я не знаю, что ей сказать. Чё, правда, блядь? Мне Макларен выпало. Чего? Чего? Мне Макларен выпало! Не, ну, ребята, сейчас за ней съезжу, мы должны на нее сделать мини-обзорчик. Это... Ёб твою мать! Ребята, я вам клянусь, это никакой там тестовый сервер. Вот я прибежал уже сюда. Давай загружаем Макларен. Ёб твою мать! Охренеть! Мне выпало! Макларен! Твою мать! Ну, это просто такая соска! Я просто не могу представить, сколько она стоит. Я хочу съездить в автосалон и посмотреть, сколько она миллиардов стоит. Давайте сейчас с вами даже на видео так проедемся, потому что она слишком охрененная. Вы просто на это посмотрите, на это божество. Ё-моё, как мне повезло так. Охренеть! Я никогда не мечтал, что у меня вот такое выпадет на грине. Кидая стабильщик, прям я по красности отубилась. Всех у них в башке один пристрел. Я покажу тоннели, если ты мне найди меня. Искрылся я пропавший, дизмилай, ты не оставлю. Конечно, в целости и сохранности эту тачку так и не довез, но это не суть. А перед тем, ребят, как только я посмотрю сейчас цену этой машины, пожалуйста, напишите в чат, как вы думаете, сколько она стоит, потому что я думаю, что она стоит, ну, 40 миллионов, как минимум. И давайте посмотрим. Так, Bugatti Lanoir. Ну ладно, тут Лярд, Bugatti Diva, 3800, Rolls-Royce пошли. Не знаю, а чё она такая дешёвая оказывается? Где она? Где она? Вы что, меня рас... А, нифига себе дешёвая, 14 лямов. Охренеть, мне выпало за 14 лямов тачка, ребят. Я купил всё открытие за раз. Короче, пацаны, вы теперь знаете, что идет на розыгрыш. Я разыграю в своем ТикТоке, а все остальное, все, что мне выпало вот здесь, рулет, вот это все говно, которое мне не нужно, даже вот это говно бесполезное. Я все это между вами разыграю, ну хотя как говно, оно стоит все по ляму, так что вот, ребят. И надеюсь, то, что вам это понравится, этот розыгрыш, и чтобы в нем участвовать, я думаю, все понимают, лайк, подписка, колокольчик, и в комментариях написать свой ник и сервер, на котором вы играете, потому что... Владельцем вот такой вот сосочки может стать абсолютно любой. Поэтому, ребят, дерзайте свою возможность.